Пенсионерам Чувашии создают комфортные условия для прививок. Организовали бы удобную и комфортную логистику людей старшего поколения, если они желают вакцинироваться и хотят приехать на пункты вакцинации. Либо наоборот, чтобы доставить мобильные врачебные группы. За подделку справок о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Решение принято. Теплосети «Чебоксар» на 25 лет передают Т+. До конца года компания планирует направить свыше 40 миллионов рублей на обновление магистралей и котельных. Гостевые дома стали причиной конфликта жителей деревни в Чебоксарском районе. Это турецкий отель. Тут и аниматоры, и бассейн, и свадьбы, дни рождения. И каждый день это происходит. Можно ли оказывать гостиничные услуги на приусадебном участке? Что говорит закон? В Чебоксарах определена успешная семья Приволжья. Победителями стали многодетные Абакшины из Пермского края. Сам конкурс получил постоянную прописку в Чувашии. Билеты на личные трамвайчики можно приобрести онлайн. И там предъявляют на телефоне либо распечатанный электронный билет, либо на смартфоне предъявляют QR-код. Желающих на пароме добраться на левый берег Волги в эти дни особенно много.